В Магаданской области проходит профилактическая акция «Полиция и дети». Основная цель мероприятия – воспитание в молодежной среде позитивного правосознания, разъяснение учащимся правовых норм действующего законодательства. Сотрудники отдела МВД России по городу Магадану совместно с представителями прокуратуры, Следственного комитета, отдела опеки и попечительства мэрии областного центра провели рейд в общежитиях, где проживают учащиеся профессиональных образовательных учреждений. Стражи порядка и представители надзорных органов заглянули в комнаты ребят, проверили места отдыха и бытовые условия проживания студентов. В МВД России по городу Магадану проходит акция под названием «Полиция и дети». В рамках проведения данной акции совместно с сотрудниками опеки, прокуратуры, Следственного комитета было осуществлено рейдовое мероприятие в общежитии одного из образовательных учреждений города Магадана. С несовершеннолетними, которые проживают в данном общежитии, проведена беседа профилактического характера, разъяснена административная и уголовная ответственность. Также проверены условия проживания несовершеннолетних лиц, проживающих в данном общежитии. В ходе рейда учащиеся, проживающие в общежитии, ответили на задаваемые сотрудниками надзорных ведомств вопросы.